Точти мышей, да поможет вам Аллах. Некоторые преподаватели в нашем факультете говорят, что в каждом течении, стечении мусульман, есть положительные вещи. Если бы студенты брали эти положительные вещи из каждого течения, то в этом было бы только благо, и они приводят этому примеры. Говорят, например, что для призыва к Аллаху нужно брать методы призыва из партии Таблигх, некоторые хорошие вещи от суфисты, все подобное этому. Разве эти высказывания правильные? Вы прекрасно знаете и понимаете, что у них есть правила, которые они называют золотым правилом. Они говорят, объединимся на том, чем мы согласны друг с другом, и оправдаем друг друга в том, чем есть противоречие. Из этих слов и выходит их правило. Это не дозволено. Мы не оправдываем друг друга в том, чем есть противоречие. Наоборот, мы опровергаем доводом. Тот, у кого есть довод, тот на истине, он прав. Тот, который противоречит доводу, тот ошибается. И мы недовольны его ошибкой. И мы не подлизываемся, не заискиваемся в религии Аллаха Всемогущего Великого. Тот, который противоречит доводу, то он опровергается, и мы не берем, кроме как, если соответствует доводу у того, у кого бы то ни было. Истина — это как укрытие для верующего. Где находит ее, там и берет. А если мы скажем, давайте будем хорошими, снисходительными, будем брать то, в чем нет у нас разногласий, и будем оправдывать друг друга, который взывает другому помимо Аллаха, к могилам, памятникам, и будем оправдывать в этом друг друга, так на чем мы сошлись в итоге? Сошлись только на название «Ислам». Название «Ислам» недостаточно, необходимо воплощать его в жизнь. Их это правило ложное и недействительное. Они называют его «золотым правилом». К большому сожалению, некоторая молодежь берет ее своей основой, или некоторых избиты. Это правило ложное, которое наносит удар книге Аллаха и Сунне. Аллах не сказал оправдывать друг друга. Наоборот, Он сказал, если вы разногласите в чем-то, то возвращайте только Аллаху и Его посланнику. И не сказал оправдывать друг друга, и каждый остается на том, на чем он. Да.